таможни. Таможня дает добро. Камеру опустил, чтобы никто не видел. У нас камеры снимают больше, чем надо. Меня не видит. Бля, хапка, вы что, не закрываете? Ого, какой у тебя хвост длинный. Хвост длиннее, чем крокодил. Ты вообще в какую сторону едешь? А, все правильно, туда, потом направо и по Береговской, да? Сейчас она повернется налево, а потом направо. Ты сейчас налево перестроишься? Получается, да. Ну куда ты едешь вообще? Ну не на стрей. А, ты сейчас налево. Ясно. А я тут выйду, мне направо, я тут ногами пройду. Я думал, что ты по Береговской. Ну, неважно. Не, вообще, нет, наверное, направо, направо. Ну, направо, типа на мост. Если я потрудно, то... Понятно. Сразу, ну, да, ясно, да, ясно. Дим, я прекрасно вас понимаю. А это технология Flex, не буду говорить, что они делают. По-моему, туалетную бумагу. Чтобы никто не догадался. Правый поворотник. Машина очень длинная, уважаемые зрители, предупреждаю. Смотреть придется долго, потому что у меня 4 глаза, я в очках плохо слышу. Куда вас высаживать? Мы едем прямо. Заедем. Потом мы повернем, перестроимся направо. И там будет... Ты же понимаешь, я тоже не везде могу встать. Я знаю, там можно будет встать. То есть поедешь за какой-нибудь стрельбой. А что там до стрия? Я, у меня это тетка во Львове, бывший директор конфетной фабрики «Свиточ», Чайковская Светлана Михайловна. Я смогу выйти, там останавливаются хоры. Пан Дмитрий, все доброе. Кстати, я инженер охранной компании по пожарке. У меня допуск и все такое. А вот этому парню, наверное, помочь надо, но он сам справляется. Вы со мной согласны? Гарна людина. А, кстати, по секрету вам скажу, уважаемые аудио-видеозрители, что пан Дмитрий скромный, порядочный человек. Я ему запропонував каву, а вони відказалися. Вот. Нельзя кого им. Так, включаем правый поворотник. Показывай. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Это правая рука, я левой держу телефон. Сейчас такие ямки гарные. Да, ямки тут у нас. Оп, оп, оп. Сексуальные. Так, БДСМ. Видите хвост машины? Вот так вот. Это вам не тачку с дровами возить. У вас там тоже весело? Да не, у нас нормально. Ну, тут просто фуры раздолбал это. Не, я имею в виду, что у нас тут это, могут так вот идет человек на работу, ему говорят, не желаете ли вы пройти стан своего здоровья? И забрали медкомиссия, и ёвый штейк по-мадярски говорю. Я скажу, на блокпостах зараз дуже сильно людей. Я назову вещи своими именами. Просто полный пиздец. Пускай Ютуб фильтрует. Кстати, да, для инфо... Ну, русский корабль, иди на дно. Мы едем по улице Береговская, Безная. Это город Мукачево, Западная Украина. Здесь очень вкусное вино, гостеприимные люди. Спокойно, тихо. Одним словом, райский уголок. Да, приезжайте к нам отдыхать, а если вы нас пригласите, мы приедем к вам. Мы хлебосольные, работящие и стараемся помочь один другому. Я вот буквально через 100 метров
Можно будет остановиться так тихонечко. Ну ты, наверное, будешь еще когда-то сюда заезжать? Понятия не имею. Ну ты звони, если что, Дим. Ты, если что, как в твоем мультике. Ты, если что, звони. Давай, да. Хорошо, по железной дороге ты выйдешь. А вот, вон. Я понял. Сейчас сюда. Белый, вот, машина стоит. Давай я тут стою, просто, ну, я меня исключительно притормозил. Все. А все. Можешь... Я аккуратно открываю двери. Дима, жму тебе лапу. Гарна людина. Все, до зустречи. Обязательно увидимся, Дим. Ты самый лучший. Давай, берегися. Ну, а то, что ты найдешь, я буду молиться. Не-не-не, все будет нормально. Мало тряпка. Ганчирку поднимай. Ганчирка упала. О, я извиняюсь. Ганчирка упала. Хлопаю. Давай. Дима, спасибо. Закрывай.